Больше полувека на сцене и десятки творческих лиц. Свой приближающийся профессиональный праздник артисты Гродненского драматического решили отметить по законам театра. Декорации, грим, образы, ну и, конечно, сами актеры. Необычная фотосессия прошла на Гродненских подмостках. Создается абсолютно какой-то неожиданный, может быть, для нас образ. Профессионалы работают над макияжем, подбираются костюмы, поэтому это очень такой творческий проект. Театр не стоит на месте, и в мире сейчас очень много различных творческих проектов, и театр не должен оставаться в стороне. Любой театральный успех – это не только блестящая актерская игра и талант режиссера, но и заслуга тех, кто остается за кулисами. Парикмахеры, декораторы, фотографы – эти скромные работники сцены в этот раз на первых ролях. Для визажиста Евгении Русиновской это проба работы в театре. Однако как скрыть недостатки и выделить достоинства, она знает наверняка. Когда я увидела фотографии, я поняла, что это не типичный и нестандартный ряд актеров, которые обычно мы встречаем в драматических театрах, обрезанный портрет со скучным лицом. Здесь чувствуется, я так понимаю, какого-то чего-то струящегося, но не наглого, не какого-то вычурного, а именно кроткость, нежность и в то же время элегантность и шик лоск. Новые фотографии актеров, приуроченные к Международному дню театра, появятся в фойе здания уже в конце марта. Вместе с обновленным репертуаром это станет своеобразным подарком артистам от режиссеров и руководства. Наталья Иванченко, Артем Новицкий, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+.